Привет, друзья мои! Вы на канале Вятка Хантер. Сегодня я нахожусь на своем охотничьем промысловом путике. Буду проверять капканы на куницу и на бобра. Значит, погода у нас в Кировской области никак не наладится. Все идут дожди, мокрый снег. В общем, весь отпуск погоды хорошей не было. Было пару дней, там пару-тройку дней. Два дня не охотились, значит, вчера и позавчера пропали у нас собаки, ушли за лосем, искали. Весь район на уши, в общем, подняли. Одна собака старая пришла. Молодого кобеля пока нет. Будем давать объявление в районную газету. Наверное, откликнутся, я надеюсь, люди, которые помогут. Позвонят, скажут, что видели или закрыли собаку. В общем, два дня не охотились. Сегодня вот, забыл сказать. В том видео, где я подстрелил выдру, мы, значит, возвращаясь домой, проверяли путик с Олегом на куницу. Попалась куница. Здоровый кот. Очень большой кот попался. Так вот, в общем, такие дела. Сейчас, на мой взгляд, снега нет. Куница плохо пойдет в капкан. Если она тут где-то рядом есть, то она пойдет. А так ходовой куницы не будет. Что еще хочется добавить? Да, сегодня буду проверять капканы, буду включаться. Попробую посвистеть рябчиков. В общем, смотрите, будет интересно, надеюсь. Бобры тоже в капканы нифига не лезут. Вот я, получается, за отпуск второй раз проверяю капканы. Свой путик. Такие вот дела. Лося тоже мы не добыли. Не получилось. Видели, гоняли, но не стреляли. То лосихи, то очень далеко. В общем, возможности не было. Готовим сейчас снегоход. Позднее сделаю обзорчик на буран, на наш, на новый. В общем, я думаю, будет вам интересно, будет что посмотреть. Будут коллективные охоты у нас. Коллектив маленький. Пенсионеры в основном, с ними ходить просто невозможно. Они... Я не знаю, как это сказать. Их надо только развозить на технике и ставить на номер. Такие они товарищи интересные. Далеко идти не могут. На номерах по телефону нам разговаривают, стоят, курят. Не знаю, в общем, набрали на свою голову дедушек. Такие вот дела. Ладно, сейчас повешаю камеру на голову. Буду включаться. Если что-то будет интересное, буду показывать. Оставайтесь на канале. Ну что, ребят, в моем капкане какой-то зверь. Не могу рассмотреть из-за ельника. По-моему, норка. Да, так и есть, норка. В прошлый раз, значит, здесь сойку у меня съели. Сойку съели. А в этот раз попалась норочка. Все уже, походу, хана ей задубела. Такой вот красивый зверек, ребят. Норка передней лапкой четко угодила в капкан. Вот такой, такая зверушка. Вот, мужики, на берегу лесного ручья. Бобриные плотинки. Обдираю норку. Не люблю таскать зверей долго в рюкзаке. И время позволяет, есть возможность, то... Да, на месте я ее обдираю. Работаю якутским ножом. Очень хорошо, на мой взгляд. Приобрел тут недавно еще один ножик. Может, сделаю обзор на него. У местного кузнеца кировского. Но, на мой взгляд, показался он мне таким довольно-таки неплохим. Там кузнец складывает вроде три вида стали. Но... И якутскому ножу он и в подметке, как говорится, не годится. Норочка, лопался кот. Тут у него, как говорит, козис бошка, карданчик такой небольшой. Котик маленький попался. Я думаю, в этом месте, если тут выводок, то еще попадется норка. Это уже проверен. Обрезаю я
называется огузок. По-русски жопу вырезаю. Марка провисела одну дня два, наверное. Ничего, она не подопрела, ничего, нормально все. Норок у меня дома, наверное, уже штук 5 выделанных лежит. Может, 3 девки у меня. Может, что-нибудь какой-нибудь сошьем. Шапку или на воротничок куда-нибудь уйдут. Все они у меня канадские. Европейских норок в последнее время почему-то не выпадаются нифига. Приходилось мне за свою охотничью деятельность стрелять 2 раза. Стрелять, не ловить капканы. Канадская норка вытеснила. О, да, канадская вытеснила европейскую, похоже, полностью. Редко где она уже. Канадская более крупная норка, более сильная. А европейская она маленькая. Но на мой взгляд, мех у нее красивее. Берег такой приятный. Приходилось ловить, стрелять, да, стрелять приходилось мне. То очень давно. Так вот, как вижу, это все, все канадки. Ну что, напомню, если есть у вас возможность, разделывайте зверя всегда на месте его добычи. Если позволяет время, есть возможность. Понятно, если идете там где-то по путику, не успеваете, конечно. О чем тут разговор можно вести? Костик попал. Ну так я всегда на берегу ручейка, живописного места, пытаюсь снять зверя, шкурку снимаю трубкой. Такой вот, ребята, зверек. На самом деле очень красивый, но ничего не стоит. В прошлом году вроде по 300 рублей у нас брали крупную норку. Что это, смешно. Смешно. Ладно, буду включаться. Оставайтесь на канале. Так, ребят, попался бобрик. Сейчас будем его доставать. Ушел он прямо на течение. Мы будем бобрика доставать. Так, так, так. Опа! Вон он там. На плотине попался. Вот там тут его, наверное, быстро притопил. Маленький бобер. Передней лапой он залетел. Не протух бы только. Тепло, а погода, да, течение еще плюсом. Дело свое дело, блядь. Нет, ребят, выдра. Попалась выдра, а не бобер. Вторая выдра в этом году, мужики. Круто. Смотрите, какая красавица, блядь. Вторая выдра. Отлично. Не испортилось. Все, заебись. Фу! Ничтяк. Ничтяк, ребята. Вторая выдра нынче. Сегодня просто прет, бля. Очень рад я. Вторая выдра. Протру объектив. Вот такой вот зверь. Попался в... Да, мужики, хотелось бы добавить про выдру.
что выдры очень много развелось у нас. Она никак себя не проявляет, не показывает. Днем ее очень редко увидишь. В основном ведет ночной образ жизни на приманку, выдра не реагирует. Ни разу не приходилось мне ловить выдру на приманку. Очень хитрый, очень умный зверь. Это уже такая не маленькая особь, средняя самка. Любят они вот такие вот места. Вообще ход выдры очень большой по реке. Наверное, достигает 5 километров ее ход. Зимой поменьше. Такой вот зверек. Раньше шкура очень хорошо ценилась. Это по прочности считается самый прочный мех у выдры. В втором месте вроде бы бобер. Он по прочности на первом, точно помню, что выдра. Очень красивый зверь. Прошлого я подстрелил, был на раза в 3 меньше. Это тяжелая, здоровая кошка. Какая она милая, у нее мордочка. Вот такая вот. Ну что делать? У нее был выбор, лезть в капкан или нет. Кладем ее в рюкзак. И следуем дальше. Такие вот места любит выдра. Так, ребят, в капкане бобр. Живой бобр. Придется его добирать. Небольшой такой бобришка попался. Вон он сидит. Он сидит, бобр. Будем добирать его. Вымотался он весь. Это явно. Бобра будем добирать. Небольшой бобрик. Утащил капканом. Далеко утащил. Маленький, совсем маленький бобрик. Там тоже следы чьи-то, не знаю. Да куда, куда, куда. Да, блядь, мужики, бывает же такое. Бобр был в капкане, хотел подтянуть его за палку и добить. А он одним когтем зацепился, видно, оторвал, блядь, и ушел. Ха-ха, блядь, ну не бывало у меня такого еще ни разу. Бобр ушел, блядь, из капкана. Охуеть. Извиняюсь за выражение, но я весь на эмоциях, да. Бобр ушел из капкана. Был в капкане и свалил. Да, оттас вообще, блядь. Вот коготь у него, который он попался. Вот он, коготь. Я его начал подтягивать, он отцепился и пошел. Спокойненько себе, блядь, без напряга. Такие вот, мужики, дела. Бобр оторвал палец. Небольшой был бобр. Ладно, включаюсь. Батарейка садится. Ну что, мужики, закончен еще один охотничий промысловый день. Сказать, что без результата он не прошел, так не сказать. Попалась выдра, норка. Это радует. Особенно выдра. Очень люблю ловить этого зверя. Зверь редкий. И попалась такая достаточно немаленькая особь. Это радует. Что касаемо куницы, обманула она меня сегодня. Негодяйка. Но на моей охотничьей практике уже было такое, что куница скидывает капканы, хотя я их привязываю. Куница объедает приманку не с той стороны. Тут попалась такая хитрая куница, да. И это было у меня, наверное, года 4 назад. Вылавливал я трехлапую куницу в кулемку. В капкан она уже не шла. Лапу, видно, оставила в капкане и больше она туда не залазила. Сейчас посмотрю, если бот также объедать приманку куница, то буду где-нибудь между капканами ставить, поставлю парочку кулемок. Я думаю, все равно я выловлю эту хитрую особь. Бобр тоже меня сегодня обманул.
Попался, значит, он когтем, наверное, задней ноги, может, передней, хер его знает. Напутал на капкан травы, и палка. К палке был капкан привязан. Я уже добрался сюда, палки подтянул. Уже только стукнуть ему по голове обухом топора. Он бульк и ушел. Бывает такое. Конечно, со мной это впервые такое, что бобр так уходит печально. Из рук, из самых. В метре я от него всего был. Но бобр был небольшой. Пусть живет, пусть растет. Не сильно я расстроился. Как сегодня на выдру обдирать. Это такое занятие трудоемкое. Надо обдирать. Идет дождь у нас. Промок я, устал. Сегодня думал, быстро пройду, даже поесть с собой ничего не взял. Думаю, 5 километров пробегу. Даже поесть не взял. Сейчас большой груз за плечами. Да, снял я 2 капкана с плотин. Поставил 2 проходных. Следовые 2 снял, 4. А проходные 2 проходных поставил. Посмотрим, там хорошее место. Протока такая. Видно, что бобр ходит по ней. В общем, увидим, что получится, что не получится, покажу. Устал, короче, мужики. Давайте. Всем удачи, всем пока. До новых встреч.